Помидоры, баклажаны и перцы. Такой урожай собирают в центре Парижа сотрудники местной почты. Их ферма выросла прямо на крыше здания почтового отделения. Она занимает площадь 900 квадратных метров. Там можно отдохнуть от компьютеров, слиться с природой и пообщаться в непринужденной обстановке. Трудятся на предприятии 30 человек. Ферма почтового отделения – один из 33 экологичных проектов Парижа по развитию городского сельского хозяйства. Их поддерживают власти французской столицы.